говорил, что он с тобой в скайпе, и он не зайдет, но его все равно ждали. Я пожалуй, Так вы... что, не надо на нас баллоны катить. Я выключаю этого придурка. Я тоже. Потому что, знаешь, он пытается как-то пародировать, но выходит так плохо. Ладно, значит. У меня, короче, прям чуть-чуть подлагивает. Чуть-чуть прям вообще. Но сейчас пониже настройки тоже. Да. Еще Витек у меня, я не. Это. Я не помню, у него. Я выключаю. Что за хрень? Денчик, ты увидел, что вообще происходит? У меня борода от ландроида отделилась. Ну выросла новая борода, блин. Ну сейчас пониже настройки тоже. Ну да. Это, наверное, синхронизация как раз вот этого. Включу его обратно. И чё? Потому что, знаешь, что за хрень? Денчик, ты увидел, что вообще происходит? У меня борода от ландроида отделилась. Ну, выросла новая борода. Я же мало. Там Фурион ходит, это вот пипец. Ну да. Слава, смотри, что это Олег от Фурион бегает. Включи его, брат. Чего? Чего? Короче, я сейчас вообще все настройки понизил. А как, Денечка? Я тут понизил все настройки, у меня Нигма вообще черная. У меня борода. Ууу, Нигма. У меня с ландроидом какая-то херня с бородой со всем этим. Она, как сказать, у меня сетовая борода смешалась с обычной. Я не знаю, как это объяснить. Вот. Да. Чего? Короче, я сейчас вообще все старые настройки, потому что это реально очень тяжело. А как, Денечка? Сглаживание. Я тупо понизил все настройки, у меня Нигма вообще черная вообще. Так, а у меня все зависло, и чё? А вот и все, вот ты. У меня... Не, ну у меня зато теперь не лагает, так что все можно. Я знаю, у меня тоже теперь не лагает. Да. Сейчас, короче, еще пущу. Какие настройки нужны, вот это вот лагало, вообще. Да. То есть вот как стример вот это делает. Нужны старые настройки, потому что сглаживаем. Потом заново опять отправлю, я все-таки буду добиваться этой херни. Я попытаюсь выложить на сайт. Блин, ну опять залагал. Я просто настройки делал. Зачем он выложил свой ковер? Какой ковер? А. Ну он выложил ковер, меня все залагало. У меня с одеждой какая-то херня произошла. Блин, вообще непривычно с такой графики, конечно. Че, вообще тоже на низкой поставил? Я не все на низкой поставил, у меня. То есть у меня что-то происходит. Денчик, у тебя вот иконка героя, она двигается? Вообще черная иконка, у меня ее нету. Ну ты слишком низко поставил. А, все, у меня нормально. Я просто на твою иконку нажал, мне своя появилась. Ха. Дарующий свет, нах. Иисус. Да, конечно, у меня вообще пипец на низкой стоит. У меня не пипец на низкой стоит, а вот то, что сам смог настроить. Я бы понимаю, что для, где для чего. Вот, все это настроил. Так. А что у нас СС? Денис, не хочешь подписать, не? Я настраивался. Оу. Вон, Денчик, твой СС. А ты ничего не прописал. Я был слишком занят для этого. Да, Витя, давайте учить. Ну тебе дал. Красавчик Денчик, хорошо вообще. И Сларк убил бы хорошо. Надо понизить все-таки. Нифига. Че? Периодически лаги мощные вообще. У меня вот на. Я даже не понял, как я убил его, потому что мне просто залагало все. То есть я на высоких, прикинь, я на высоких мог раньше хорошо стримить без лага. Зачем я решил винду переустановить? Серьезно, зачем я это сделал с крутого поэтому? Вот зачем делать стримы, если ты тупорылый рак? Я понимаю, что ты не умеешь фармить, но если ты тупорылый рак, зачем пытаться делать стрим? Объясни мне нынче. Я? Yeah? Да. Не, я понимаю. Вот, свои закупки, все
все такое, но... Если ты тупой фидер, зачем? Я не видел, я не понимаю вообще, кому-то говорю. Ну вот, пришел Энигма с даблкиллом уже. Он просто сходил на низ. Все за пару секунд, это... К тому же Энигме отдавать, ну, понимаю, у него были бы такие скиллы больше. Но нечего. А да, оставь меня на укрепа. Окей, все, забирай. Ну не дрочи, ты ненавидишь, как так делал. Добрал? Да. Мне просто на щиток надо было, почти мег собрал. Кстати, Денчик, можно было попробовать? Слушай, сейчас твой ковер тебе в задницу толкаю, иди сюда, придурок. Чувак, я... Ну ладно. Иди сюда, я тебе сказал. Вот и все, вот и поговорили. Как думаешь, сейчас по психушке ультануть или не надо? Денчик, ты вообще можешь ультовать по ПД? А, у меня 40 секунд откат. Все, Денчик, пошли на ломать, пошли, у меня мишка полный, все. Полный мишка, полный. Денчик, заморозь, заморозь его, давай, красавчик. Давай замораживайся. Вот и все, вот и поговорили. А хороший, кстати, саппорт вот этот. Да, он очень мощный. У него скиллы как бы сильные, у него замедление сильное. О! Ты ему, Денчик, купи, потом, я не говорю сейчас, позже, чувак, Сларк, либо жди нас, либо привяжи козу. Вот, у него скилл такой есть мощный, да, вот это замораживание. Вот. Просто как бы, как тебе сказать, как Bounty Hunter. Ведь только один человек, это как понять? Ну, хорош! Там... Ну ладно. В смысле один человек? Один человек какой-то там мне показывает. Ну давай, чё ты тупишь? Давай, Слава! Ходи оттуда! Ходите оттуда! Господи. Ладно, забрать. Что ты имеешь в виду под один человек, в смысле? Там можно понизить, что-то, ну, водоаркастер, ну, как его? Повысить, короче, лаги убрать. На минималке. Или нельзя. Можно купить Ватафаст. Хорошая программа на самом деле. Я с помощью нее очень много хотел. Ну, убрал, точнее говоря, всего лишь три, конечно, проблемы. Настя сказала, что делает у меня твоя юбка, и положила мне ее на кровать. Да. Почти убила не его. Чувак, поди же, не буяй. А чё это самый окр стоит, а ты Денчику отсвалил? Не буяй, сейчас сдохну. А нет. Да, слаг. Вот как он сдох. Ладно. А сколько стоит эта программка-то? А я не знаю, по-моему, $9. Ну ты слышал, я сказал, по-моему. Дай стан в БХ. Сейчас. Да, вообще хорошие корни, отличные корни. Мишка, продолжай, Мишка, нет, уходи, Мишка. Видюк, я сейчас смотрю стрим, но вроде он не лагает. У меня? Я у себя. Мишка тащит. Блин, Видюк, я промазал. СТ просто убиваю людей. Смотри. Да, летит, Денчик, летит. Она пролетела, хрен знает, куда улетела. Он должен хотя бы мимо нее пролететь, он ее уже за день, то будет все хорошо. Не знаю, знаешь, такое смотрю, должен попасть, летит где-то здесь. Давай, ну корни ты поставь, тупой медведь. Как он... Чтоб ты в аду горел. Как он убил? С горелкой. Я бил, песни. Йок. А, ну тебе дать по. А, вот. У меня ПТшка на тебе лечить не будет. Ну Денчик, ну дай мне чем вылечи меня. Нет, ничего. Ну ладно, да прикройте меня. Фурион. По фарму чемпион. Тут крипы пришли. О! Охренетительно, у меня. Я опять миссанул. А Сларк опять где-то там шароебится. Песть у меня на самом деле. Так. Мидас. Я по второй мидас. Слишком мало рук, я хочу больше рук. Эх.
Вот Дэнчи, ты сейчас слышишь, да, мой телек? Тихо! Что? Что это? Как я так? Какая фея я А поставил? Так, значит Кио? План не работает. Я никогда не найду эту песню, мол. Ты что делаешь? Да я хотел, знаешь, как профессиональный стример, включить музыку. Причем, знаешь, такую... Сапар! Бич! Да, у Лука вообще заторможенная реакция. Ну, блин, ну тебе хана, ну! Повезло ему, вообще мультитаск. Я не знаю, куда я пульнул ее сейчас. Дэнчик, доходи ты со мной, но я заколебался с этими дебилами уже. Сафар, бич. Сейчас я понял, как она работает. Подожди, не лезь, ладно. А, слотан, блин, 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 меня спалили. И главное, чтобы меня не убили. Ну иди ты, привяжи его. Блин, у меня нет этой хрень. Боги, все. Я не знаю, как... Господи. Сейчас БХ опять стоп. Причем меня же убьет. Я пыл как глупует. Типа его, Денчик. Денчик, есть тем? У тебя мека есть, дай мне меку, я думаю, что-то не меку. Пошли обратно, Денчик. У меня маны нет. Ну и хрен бы с ней. У нас у саппортов, у вардов и хрена нет. А теперь мека, оказывается, еще что-то дает. В смысле? Увеличенную броню. Вообще, по сути, она должна ее давать, значит, блин. Она вроде не... В жопу, я на мид, Дэнчик, ты как хочешь, я на мид. Но сначала слаблю БХ. Да, вон БХ, БХ. Я на БЛ. Тихо. Давай, давай, пожалуйста, пожалуйста, работай, хорошо. Ну, корни. Оу, да что в меня, ты не бейся, да. Пощади! Я вроде не убью. Вау, полегче. Фурион освобожден. А чё у меня аж медас вообще? Он... Какой... Сколько у него теперь КД-то? Как и раньше, 100 секунд, а чё он так быстро? Один человек смотрит. Ты же. Чё у вас так много? Так, Витёк, чё ты мне говорил собирать? Я не помню. А, чё-то там... ЭУЗ, чё-то там, а? ЭУ Спектр Аудвинти? Ветра. Двините. Ну да. Двините. Я сейчас тебя двину. А слушай, подожди, а у меня что-то опять все настроилось, все норм стало. Я сейчас, короче, Дэнчик, я не буду сейчас играть некоторое время, чтобы настроить что-то делать. Тихо! Блин, опять подлагивать начало. Вот, вроде восстановилась графика, и все подлагивать начало. Отмени, отъебись. Че, в боулинг едем, да, типа? Походу. И чё, Фрион, чё, силу почувствовал, да? Это еще не бафнулся. А вас чё так много-то? Вынужденное отступление. Сейчас смотри, Дэнчик, на речи могу, смотри.
Ну где ты? Где пуш? Ну ладно. Я не тебя вообще. У меня просто на тебе репор стоит. Я просто, знаешь, это я такой дверский. Тебе помочь? Ну, можно вообще было бы ультануть, Денчик. Да, именно. Где кто-то еще? Я ничего, Денчик, я уже убил. И чё, ну убьете вы мою мишку. От меня, отъебись, сука. Как я не успел? Блин, я уже рассчитал, что я убил. Ну ладно. Но все-таки ничто не сравнится со старым. Я сука смотрю рекламу, он только что хорошо, у него типа есть выход в интернет, вся херня. А да, не вижу смысла вообще делать это. И этот момент. Короче, вторую версию, я не знаю, как тебе сказать. Значит, у меня в медведе Мидас, PC, Stonehenge и Coinblade. Меня. Мидас, ПТ, все. А что такое фауна? Не знаю, Денчик, ты даешь ульту сейчас, да? Нет, кого? А. В БХ сейчас, да. Блин, не туда дал. А, вы отогнали их, вот жалко. Да. Ага. Здрасте. Я пока пофармлю, все равно у меня ульта. У меня водичка очень упоротая, тебе скажу честно. Водичка? Ну, это, как её? Это лёд. Вау, полет! Не убьёшь ты меня. Мне кажется, я стал сильнее. Не убьёшь ты меня. Не убьёшь. А вот теперь убьют. А вот зачем Владмир? Зачем Владмир? Ребят, что за херня? Зачем ему Владмир? Фу, что-то я так... Ну ладно. Так, чё, Денчик, как думаешь, чё собрать? Может, третий минус? А, у меня... У меня ведрище... Ой, ведрище. Ведрище есть. Ведрище, у меня ведрище есть, Витёк. Витёк. Ну вот иди, помогай ему, мне вообще на него пофиг. Охренеть, я один раз сдох, я думал, я сдох там уже раза три. Я три. Три сдох, пятерых убил. При том, что я ещё там спушил тайвер. Еще второй спушу. Второй. Кого же мне ульт дать? Я хочу в кого-нибудь дать ульт. Ты просто кидай на рандоме. Я помню, так делал чувак, у него был 25 фрагов в конце игры. Отмени! Так, я в лесу кого-то встретил, значит, я его сейчас буду тут встречу. Давай, корни сразу. Корни. Ну и уходя отсюда. Лёк, это офигенно лес почистил, честно тебе сказать. В смысле? С твоего мишки вот здесь посмотри. Вот такой вот я. Судьба управляемый дельфин. Судьба! Василий. Сетура нахрен забрал соло. Земля, белобрысые шапки. Ты ничего, проси вроде, неси хуйня. А, сори. Так, блин, да чё купить-то? О, я знаю, что я сейчас соберу. Всё. Жопу логику я собираю. Дед. Блин, кто? Да чё за херня там происходит, Дынчик? Это музыка, блин. Я урну собираю, Витёк. Угу. Точнее, уже собрал.
сейчас дохну из-за того, что меня бьют кустарники. А, ладно, пойду тоже отхилюсь, не хочу вообще ничего делать. Так, мишка, мишка. Блин, у меня... Так, уходи, а, сварк. Сварк, это не ядренечко. Так, мой мини-курьер. Самый красивый курьер, между прочим, в самой игре. Да не в того. Блин, ты чё ж так лагать-то начало? Я фаун убрал, у меня не так сильно лагает. Говорю, Денчик, я-то не стал настройки терминять, а, блин, после того, как у меня борода расстроилась. Я как-то побаиваюсь. Долбанный дебилоид с догоном. Корни, да, это конченый. Вперед вообще на этот чекаст, меня сейчас пролагало же. Я тоже. Просто сейчас лагает. Зато мы все выжили благодаря Меге. По мне ничем не попало, Денчик. Не знаю, тут пархит. Он вдобавок еще броню увеличил. Ёб твою мать, он заколебал мне этот каратит, блин, тройник. А что вы пытаетесь сделать сейчас? Вот что вы пытаетесь доказать? О, у меня Рошанчик вверх. Один тауэр сами забирает. Рошан дает медведю баш, я даю баш медведю, Рошан. Оу, это было больно. Дай Мишка задонай, иди задонай Мишка. Нет, Денчик, пожалуйста, я тебя умоляю, у меня КД, Денчик. Я шучу. Беги, медведь, я... У тебя нет КД! Беги, медведь! Чё ты думаешь, у тебя нет КД? Беги! А ты вот не догонишь, он на физах установил. Чё мне собрать? Не знаю, я собираю полную хрень. Я форстав соберу. Ренчик, а то, что там наверху, куда он там пушит, это херня. Купи гем. Ты всё равно-то убить не можешь, купи гем. Это вот не догонишь, на физах. Даже свои туера умудряюсь убивать. Капец, мои ребята, вообще бесполезно, я пошел от вас. Давали бы хоть какую-то копеечку за то, что я вот дынаю там. Поменяй это, ё-моё. А я сексуальный. Оу, не. Ну, Денчик, ну нас опять пушат внизу. Ну почему у нас никто не стоит на тесте? Чего ты киси бараны, а? Ты знаешь, что опять в него ультанул? Он сейчас опять испугается и свалит куда-нибудь. Чё-то не видно. Заколепал меня своим мультикастом. Собери БКБ, ну чё такой дурачок-то, а? Уже херню всё-таки собираю. Ой, Бриста не убил вообще никакого. Да, я с тобой. Куда ты со мной? Сливаться? Я не пойду сливаться, я иду фармить.
Да не тебя, и тебя. Я книжку хотел. На самом деле, если ты играл в первую доту, то тебе вообще будет шикарно, на самом деле, даже на мелких этих играть. О-ло-ло-ло-ло-ло-ло, убивает. Света насилует. Блин, у добавок удобно вообще фармиться. Да, придурок. На меня! Давай на меня. Я, конечно, не знаю, чего убегали. Ты ж прикинь, такой фурион телепортируется и сразу же убегает. Денчик, мне нужна твоя мана, я сейчас умру без маны, Денчик. А, ну да, я же лондруй. Фурион, фурион, фурион. Всю игру я фармил, сделать ни хера не смог. Чем это турденчик? Хотя бы ульты в крипов. Меня что-то согрелось. Я, конечно, не знаю, что это. Да чё ты вечно моего медведя-то бьёшь? Чем тебе не нравится мой медведик? Блин, убили Куро, а там у меня рецепт от Форстаффа. Ну ладно. Опять мы медведика убили. Капец, вы убогие, ребят, вы вообще отстаете от меня. Ой, сломали. Ой. Блин, мне курьер нужен. Вы чё, охренели курьера сливать? Кто слил курьера? Ухаха. Вы вообще знаешь, что вот это ухаха? Пошла отсюда. Чё к нам идёт кто-то? А, воу-воу-воу. Ну пожалуйста, ну сработает ты, ну ё-моё! Долбаный корни. Работайте, чем чаще вы работаете, чем больше я вас стрёхаю. Не хватило на тебя чёрники. Вылагает. Клан-джуэ. Чё ты вообще? Я не знаю, что делать. Покажи херню, если ты. Ну, кончено, нет бы нам его мишку положить, но мишка куда полезнее, вас всех вместе взятых. Чего все пытаетесь так меня убить? Чем я вот всем не угодил? Вы объясните? Просто не втыкать, чем мне нравится? Ну, я пытаюсь вообще помочь. Ой. Меня что, убили у меня или у меня просто Аигис пропал? Да вы что, себя сильными что ли почувствовали, ребята? Понимаешь, что это крайне? Не, назад, 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 Мишка, Мишка. У меня дохлый мишка появился. Лол. Что сейчас было? Артстайл, все ваш стайл.
Кушать. Куш. Я не знаю, что его останавливает. Блин, скорее бы у меня ульт откатилась. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Охренеть, огр, ха-ха-ха. Ух! Надо было свинка не сыпать, когда что? Пошли на часов. А, я же спал. Не хочу на пинка. Сейчас не, Витёк, сейчас я уже не хочу. Сейчас я тоже не хочу. Кушайте, а сами деф, вы тут как прекрасно настать, боги Сларка, я забыл о твоем появлении. Так, он вообще с Башером? Да, он с Башером. Ленчик, как думаешь, обоссался брать? Бля. Нет. Чего такие слабые? Хоть у меня меньше всех фрагов, ну, нас с тобой вдвоем, ну, мы все равно слабые. Блин, Витёк, я саппорт. Что ты от меня ты хочешь? Я хочу, чтобы... Херази, ты забор, Денчик, ты, блин, там в начале вообще газ полствовал. Да боже, Энигму убить. Я уже понял, что у него такие скиллы. Вообще, мне нравится герой со сплэшем. Блин. Оу! Эти! У него просто раз вообще мне нравится. Кушгер. Догони меня. Блин, догнал. Сейчас приду, все будет. Кстати, я не помню, я там настройки звука не трогал, а то я помню как. Два часа, игра два дня даже, можно сказать. Сидел, играл как бы в Доту, но я не знал, что у меня выключен звук там. Звук. Что, я не видел, он в инвиз свалил или вообще куда он попал? Хера, она тут у нас дерзкий. Я всегда такой. Прям с форстафом, прям. Блин, да вы слабенькие, ребят. Даже. Да, Витёк, я убил фуру, я слабый, да. Денчик, я всю игру где-то шарахался, я вообще не понимал, что происходит вокруг меня. Я сделал все, что было, я пошел в центр побольше. На 4-5 тысяч. У меня 1200, я уже закупился просто. Я 6000 ходил просто так. О! Да что почему? Это было? Ну ладно, о. Баунти Хантер! Не, ну я видите, я бью. Вот это Black Hole. А, как этот, помню, Мэнс рассказывал. Сэм, это был. У меня сейчас зависло. Изи. Даже не вспотел. Ну давай, ну я как бы дал всем голды.
Спасибо, много чего дал тебе. Сейчас, Денчик, ты тоже будешь настройки делать, да, видюшки? Mm-hmm. Так. Ладно, все, выключаю вот эту OpenRose.